В беде не бросят. На призыв волонтеров Народного фронта помочь переселенцам с Донбасса откликнулись машиностроители. Всего более 40 организаций Нижнего Новгорода собрали одежду, вещи и продукты, которые оказались нужны переселенцам из Донецка и Луганска. Большую часть всей посылки составили детские вещи, игрушки и книжки. Предметы доставлены в пункты временного размещения переселенцев. Кто чем может помочь? Кто-то гуманитарно помогает, кто-то вещами. Кто-то услугами своими предоставляет, психологически. Собранную помощь мы сегодня привезли и передали волонтерам всероссийской акции «Взаимопомощи мы вместе», которые уже будут распределять по Нижегородской области. Так как эта акция, она называется «Всегда рядом», и она была инициирована Союзом машиностроителей России, она продолжается сейчас, и вполне возможно, что еще гуманитарная помощь будет собрана, и мы продолжим ее привозить.